он лучший в мире, типа, и пройдет дальше, сборная пройдет с ним дальше. Да, да, если Юра в команде. Ну да, да, я читал. Пиши 30. Контуженный Евген. Прям максимально контуженный. Написал 36. Я не виноват, что у него 0 и 6 одно и то. Я не знал, что у него 30 это 36. 36 показано. Ну, повторю. Он сказал Левин. Одни количество очков, но учитывая, что регулярка, кто выше, да, тот стал первым. Это что, о чем говорит? Что регулярка очень важна. Раз критерии такие. А кто вы регулярку? А в итоге какое место? Четвертое. У нас команда. Да не, на самом деле, ну, давай так. Сейчас приедет Левин, да, после уже Финляндии. Сядем спокойно. Не для вас, вот для вас. Перед вот, Финляндией. Не для вас. Нет, мы же там еще будем. А в Питере он тоже будет? Да, пусть уедет. Не, Мак, давай, для... кто это в Финляндии? Нет, вопрос в другом, после Финляндии, но вопрос в другом. Просто, понимаешь, для вас, вот лаптей, футбольная тема. Опа. Мы просто, у нас кругозор более шире, понимаешь? У нас тоже. Ленька. Ты говоришь, что не так делаешь. Хороший, стал, умница. Слушай, наставь там мяч, сейчас оттуда. Хорош, умница. Хорош, браво. Вот это хорош. Носочком туда он сел, да? Еще мочь, последний, дай. Ну дай еще. Нет. Не, просто я тебе пробить хотел. Подожди, попадаешь, я два кувырка. Что сделать надо? Вверх в ворот попасть? Вверх, вот сюда, вот в эти, вот в эти. Если нет, то ты один. Если да, то я два. Просто вверх. Просто вверх. За ворота. Дай. Я согласен. Давай. Один или пять? Братан. Давай 2-5. Чтоб мне интересно. 1-3. 2-5. Нет. 2-5 давай. Давай, 2-5. Пошел. Сейчас. Давай, все, я мушку оформляю, я для давай, себя. Еще раз, нет, нет, давай сейчас забиваешь, отыгрался. Все, я тебе дам отыграться. Хорошо. Если нет, то 4. Давай. Контора так работает. Раз, два, коряга, три, коряга. Игорь, 4 смольников.
Я думаю, что я могу.